Позиция зрачков в норме. Красивый, а? Кристалл. Ты решила нас взорвать? Геральт, прости, но мне сейчас не до шуток. Что-то не так? Дай подумать. Лопнул уже третий кристалл. Ламберт больше недели собирается заняться тем, о чем я просила. Весемир назло делает ремонт прямо под моим окном. А Эскель вместо велохвоста, наверное, пошел за грибами. Ребята тобой немного недовольны. Это еще почему? Потому что ты не рассказываешь о своих планах и относишься к ним как к прислуге. Ко мне, впрочем, тоже. Я все объясню, когда придет время. Сперва закончим подготовку. Ну ладно, что мне делать? Прежде всего, помоги Эскелю и Ламберту. Один должен был добыть вытяжку из хребта Велохвоста, а другой — зарядить филактерии энергией стихий. И результатов что-то не видно. С этим я уже справился. Надо же! Сколько инициативы. Тогда осталась еще одна мелочь. Как видишь, мой мегаскоп сбоит. Эффект красочный, но все же... Где-то рядом источник энергии, который нарушает работу кристаллов. Нужно его найти и дезактивировать. И побыстрее. Мне нужно срочно кое с кем поговорить. Ладно. И как искать источник? При помощи этого патест-эквизитора. Патест-эквизитор? Хер знает что. Зато действует просто. Чем громче пищит, тем ты ближе к цели. И без шуток о сексе, очень прошу. Ну давай, беги. А, и еще. Да. Спасибо, Геральт. Здесь ничего. О, кажется, что-то есть. Сигнал становится сильнее. Должно быть уже близко. Дженнифер наконец нашла добровольцев.
побегать с пищащей палкой. Тихо. Ведьмачья комната вот так где. Прижилась. Помехи идут отсюда. Что в этих ящиках? Двемеритовые бомбы. Ламберт делал. Ничего удивительного, что мегаскоп не работает. Ладно, надо их убрать. Я уберу. Не то ты мне все вверх дном перевернешь. Только присматривай за Умой. Так точно, дядюшка Весемир. Ну как дела? Весемир тебя не слишком замучил? Я так и думал. Ну вот и все. Можешь идти. А теперь проверим условные рефлексы. Спасибо, все работает. Что это было? Двемеритовые бомбы. Ламберт оставил их возле кроватей. Хм. Он, конечно же, не догадывался, что это помешает работе мегаскопа. Знаешь, в мегаскопах он не разбирается, так что... Я тебя умоляю. Ламберт вредный, но не глупый. Ладно, забудем. Самое главное... Я, наконец, смогу связаться с Идой. А что за Ида? Эльфская знающая? Зачем она тебе? Останься, сам увидишь. Я слышал, чародейки ложи не посвящают абы кого в свои тайны. Можешь считать это доказательством доверия. Ну ладно, начнем. И умоляю, веди себя прилично. Ты только что сказала, что доверяешь мне. Не цепляйся к словам. Кейд Милл и Йеннифер Айп Венгерберг. Гвин Блейд. Кейдмил Айнсайверне. Зачем ты меня вызываешь? Я столкнулась с одним проклятием. Оно было наложено на диалекте старшей речи, которого я не знаю. И как звучит это проклятие? Вафайль Элайне Кейдмил Фолье. Глайды в Дорне Айптонайт, Бундраитны и Яхус. Ты уже слышала эти слова? Да, в легендах. В тех, что без счастливого конца.
Ты сумеешь помочь нам? В известной степени. Здесь нужна формула Агнес из Гланвиля в соединении с обратным треугольником Эльдара. Но я не поручусь, что этого будет достаточно. Спасибо, Айн Сайверни. Вафайль. Наш разговор еще не окончен. Дай угадаю, наверное, ты хочешь чего-то взамен. Если позволишь, Гвинблейд, у меня есть одна просьба. Не гадай, просто выслушай. Приходит час белого хлада и белого света. И мир умрет средь мороза. Я знаю пророчество Итлины. Не сомневаюсь, но понимаешь ли? Старшая кровь может начать час конца. Или отсрочить его. Помни об этом, Гвинблейд, ибо от тебя зависит, возгорится ли зерно пламенем. Ты поняла, о чем она говорила? О Цири, конечно же. Оставили бы ее уже в покое. Даже не надейся. Интересный разговор. И что теперь? Можешь извиниться за то, что вел себя как вахлак. Хотя я тебя просила. Я прошу прощения, мне просто показалось, что у Иды такой снисходительный тон. И ты решил доказать, что у нее есть все основания для такого тона? Браво. Ну да хватит об этом. Все готово. Соберем остальных, и можно начинать. Послушайте, все уже готово. Можем начинать. Ламберт, приготовь аппаратуру. Эскель, пойди. Пока еще я тут распоряжаюсь, а не ты, моя дорогая. Не ты. Я думала, мы договорились, что возьмемся за Уму, по-моему. Я сказал, что мы тебе поможем. Только и всего. Не знаю, что ты хочешь с ним сделать. Ты все еще не соизволила рассказать. Но ведь это будет небезопасно, так? Как я и думал. Поэтому сперва испробуем другой, более мягкий способ. Что это за способ? Он основан на народных традициях. Я пользовался им множество раз. К примеру, когда расколдовывал повесского лебедя в 1211-м. Я заберу Уму в горы. И что? Будете вместе выйти на Луну? Следи за языком. Ты не с Геральтом разговариваешь? Нет, мы не будем выйти на Луну. Я положу его на могильную плиту и в полночь подам ему отвар болиголова, выросшего на... А впрочем, не вижу нужды тебе объяснять. По моему мнению... Я его знаю, но я не прошу согласия, а говорю, как будет. Я вернусь на рассвете, с Умой или с тем, кто в нем скрыт. Так, что будем делать в свободный вечер? Весемир говорил, что надо бы заменить балки под крышей, ну на башне. Можно этим заняться. А еще можно напиться. Это меня как-то больше привлекает. Я тоже не откажусь от стаканчика, а то и двух. Стало быть, проголосовали? Хорошо, но через минуту. Нам с Геральтом надо поговорить. Хо-хо! Звучит серьезно. Еще увидимся. Что случилось? Не
Ничего. Я хотела тебя на минутку задержать. Так, чтобы ребята не учуяли, что мы будем делать. А что мы будем делать? Пойдем наверх и займемся любовью. Ты обходишься без намеков. Я слишком стара, чтобы изображать стыдливого подростка. Разве что ты меня попросишь. Хорошенько. Так что, идем? Ты потом к ним присоединишься. Через часик. Или через два. Йен, не обижайся, но... Молчи. Мне внезапно захотелось напиться. Ну что, госпожа-чародейка опять задала тебе трёпку? Можно и так сказать. Ох, Йен, рюмок у нас нет. Будешь из кубка пить? Хоть из банки. Может, не будем надираться молча? Хоть новостями обменяемся? Где был Эскель? В Альдерсберге. Охотился на высшего вампира. Ого! Опасные твари. И привередливые. Эту особь интересовали только девицы из высшего общества. Прям как меня. Ламберт, нас не интересуют твои фантазии. Что до вампира, даже мне интересно, что у тебя вышло. Мой заказчик устроил бал для городской знати, чтобы выманить вампира. Я был в маске. И должен сказать, в жизни у меня не было такого успеха у женщин, как в ту ночь. Так что с вампиром? Я сговорился с одной юной алхимичкой. Она нагрузилась всем под завязку. И с штехом, водкой, грибами, и вышла в сад. Вампир нашел ее, напился. Так что и боя-то толком не было. Современная сказка о вреде обжорства. А что с алхимичкой? Все в порядке. Потеряла немного крови. Самым тяжким было похмелье. Она с месяц один рассол пила. А у тебя что, Ламберт? Было что-нибудь интересное, не считая поисков Таулера? Да. У меня был контракт в Ланексетере. И, надо сказать, довольно выгодный. В Ковере золото немерено. Знаешь, сколько там дают за утопца? Цыц, я сейчас рассказываю. Так вот, им докучал великан. Грабил караваны, народ в болото утаскивал. И гадил на большаках, которые из-за того становились ужасно скользкими. Хватит нагнетать, переходи к делу. Ладно. Оказалось, не какой-то не великан, а толстый лесной тролль. А караваны грабила шайка разбойников. И что ты сделал? Убил разбойников, чтобы на дороге было спокойно. Потом тролля. Награду за его голову давали. Ты прагматичен, как всегда. Мог бы иногда брать пример с Ламберта. Забыть хоть на время про идеалы и думать о деньгах. Я знал, что чародейка меня поймет. В последнее время столько всего приключилось. Короли, драконы, заговоры. А потом... Потом я нашел Йен. Мы страшно за тебя переживали. Но лучше расскажи, что там с Умой? Долгая история. Я шел по следам Цири. Велен, Скеллиге... В Новиграде снова пришлось спасать Лютика. Его опять поймали в кровати с кем-нибудь не тем. Раз уж зашла речь о старых друзьях Ебли и Новиграде, как там Трис? Трис отлично справляется. Как и соданские шрамы? Не затянулись? Ламберт, это уже не смешно. Ну ладно, тогда вернемся к серьезным вещам. Йен, что ты хочешь делать с Умой? Я уже сказала, завтра расскажу. Давай рассказывай, уже за полночь. Я подвергну его испытанию травами, но только ты, если... Ты, сука, что?
Я извиняюсь. Ты собралась сделать из него ведьмака? Разумеется, нет. Я хотела сказать, что проведу его через первую часть испытания, потому что... Потому что хочешь посмотреть, как он мучается? Не перебивай. Иначе я посмотрю, как мучаешься ты. Чтобы вернуть Уме прежний облик, надо сначала... Как бы это объяснить? Представьте себе кусок глины. Чтобы придать ему форму, надо сперва его вымочить, иначе он рассыпется. Первая часть испытания именно это и делает. Она как бы открывает тело к переменам, и только потом мутагены превращают человека в ведьмака. Какие шансы, что Ума выживет? Небольшие, но выбора нет. Разве что Весемир провернет этот свой трюк с болиголовом. Старик свое дело знает. Это будет первое испытание за многие годы. Я знала, что ты будешь осторожничать. Да при чем тут осторожность? Все секреты давным-давно забыты. И нечего их вспоминать. Я не предлагаю налаживать производство ведьмаков. И не надо. Видишь ли, до этого момента у нас был отличный предлог не брать учеников. Это надо обсудить. В другой раз. Кому еще? О, мне! Только закуска кончилась. Геральт, не сгоняешь на кухню? Хм. Господа, была рада с вами выпить. С тобой, Ламберт, особенно. Но час уже поздний. Не засиживайтесь. Завтра важный день. Не послушал. Они никогда не слушают. Ты о чем? У Эскеля тут был контракт на Самовиллу. Отличная история. Сейчас расскажу. Только долей сперва. Моя печень. Это что? Мучильня. Одна часть спирта, одна часть белой чайки. Ну что смотришь? Ян ушла спать. Пора переходить к серьезным напиткам. Тогда давай еще по одной. Ну, до дна. Так что там, с Самовилой? Да вот затянул одного пейзанина танцевать. А тут нет бы обрадоваться, что живым ушел. Влюбился в нее по уши. Хотел, чтобы я ее поймал. Я отказал, он пошел сам ловить, рыболовный сетью. Думается мне, они до сих пор по стерне мазурку пляшут. Отличная история. И с моралью. И что за мораль? Держись подальше от опасных женщин. Ладно, сменим тему. А что, не хочешь признать, что я прав? Ну, как знаешь. Не умничай, наливай. Холодно тут, как у ледяного великана в жопе. Господа, сейчас вернусь. Пасу и вернусь. А мне тепло? Да он всегда был мерзлявым. Помнишь, зимой, лет 15 назад, когда снег лежал до Бельтайна? Ага, Ламберт сидел у камина и бронился всякий раз, едва начинался снег. Здорово. Молодцы. Развлекаетесь, значит? Алкоголь, должен вам сказать, злейший враг ведьмака. Откуда ты выкопал этот чепчик? Из сундука Весемира. Писк моды 1112-го. Старик, небось, в нем по девкам ходил. Или, как тогда говорили, кадрил мамзелей.
Мальчики, ведьмачья работа – это вам не карты, выпивка. Это тяжелый труд. Не нам лопочут младенцы, не нам. Ладно, ладно. Нам и одного Весемира хватает. Снимай, пока не испачкал. И наливай. Ох, и налью, Эскель, налью до краев. Потому что без водки ты сухой, как щитовод в гипсе. Ладно, идем спать. Говори за себя. Ночь только начинается. Только вот возраст берет свое. Завтра важный день. Ладно. С зеркалом я пить не стану. Видишь, ты и сам-то своего общества не выносишь. Спокойной ночи. Дурацкий сон. Вижу, все уже на ногах. Надо думать, ты продуктивно провел вечер. Да, мы говорили об Уме. Допоздна. И балками на башне вы, конечно, не занимались. Нет, но мы все сделаем, обещаю. Правда, Ламберт? В угол их потом поставишь. А сейчас за работу. Надо полагать, твой метод с гробовой доской и болиголовом не сработал. Не вполне. Но кое-что я узнал. Пока вы носились за велохвостами и играли с мегаскопом, я осмотрел Уму. И вот что я заметил. Когда его сознание, скажем так, расслаблено, он ведет себя по-другому. Когда он засыпает, у него движения меняются. Взгляд. Но только на мгновение. Поэтому я ввел его в транс. Сначала ничего не происходило. Но когда он впал в летаргическую фазу, я что-то услышал. Вздох или стон. И это был не голос Умы. Не представляю, как нам это поможет. Тогда молчи. Спасибо, Весемир. И прости за то, что я тебе наговорила. Парни рассказали, что мы собираемся делать? Да. И мне это не нравится. Но я доверяю тебе. Ну ладно, и что теперь? Можно начинать. Надо только приготовить зелье. А почему мы не... Почему не сделали этого раньше? Потому что препараты для испытания крайне реактивны. Их надо использовать сразу после приготовления. Ты доволен? Геральт, приготовь эликсиры. А ты, Эскель, возьми бутыль спирта. О, нет. После прошлой ночи я... И продезинфицируй инструменты. Ну, мальчики, раз, два, раз, два. Ты не знаешь, кто скрыт в теле... Как ты считала процесс? Сделала несколько сложных вычислений. Экстраполировала кое-какие данные. Провела симуляцию процесса. Словом, все наугад. Угу. Thank you.
зелья готовы. Инструменты тоже. Хорошо. Весемир. Вытяжка чертова корня, чтобы приглушить боль. Я знаю. Я это уже делал. Эскель, надсеки ему вены и вставь трубки. Геральт, расставь эликсиры по подставкам. Готово. Тогда открывай клапаны. В любом порядке. Чертов корень подействовал? Если бы он не подействовал, Ума уже впал бы в болевой шок и умер. Значит, все в порядке? Нет. Но в пределах нормы. Давай следующий эликсир. Я надеялся, что мне больше никогда не придется на это смотреть. Зачем тогда оставил стол? Геральт, следующее зелье. Что теперь? Теперь будем ждать, пока эликсиры сделают свое дело. День. Или даже больше. Да, вы ждите. А мне придется поддерживать стабилизирующее заклятие. Организм Умы не так гибок, как у юного кандидата в ведьмаки. Без помощи он... Эскель, прости, ты не мог бы... Сейчас тряпку принесу. Я не верю, что мы это делаем. Вытираем блевотину с пола? Я про испытание. Если там Цири... Испытание может уничтожить ее тело или выжечь эмоции. Ты думал об этом? Йен знает, что делает. Не сомневаюсь. Но мы-то знаем, что она делает. Она тебе говорила, какой шанс, что все получится? Господа, пол чище уже не будет, а меня надо бы протереть. Не обижайся, но я бы предпочла, чтобы это сделал Геральт. Понятное дело. Я тоже. Это нормально? Да. Тело Умы распадается изнутри. Когда процесс завершится, надо будет сформировать его заново. Или он умрет. Вам, ведьмакам, давали для этого мутагены. А мы будем использовать заклинания. Йен, ты засыпаешь. Вот и нет. Вот и да. Тогда сделай что-нибудь, чтобы я не заснула. Могу тебя ущипнуть. Может, позже?
А сейчас просто расскажи мне что-нибудь. Я рассказывал, как Лютик купил мне меч. Это в Кероке? После того, как мы... Решили разойтись, да. Мой меч делся куда-то, а Лютик об этом узнал и купил мне новый. Пришел ко мне, весь светится. Лучшая веролецкая сталь, цена отличная, до того низкая, я будто продавца обокрал. И разлетелся тот клинок после первого же блока. Он проснулся. Пора. Пора снимать заклятие. Готовь филактерий. Тихо. Слушай. Ты знаешь его? Да. Эльф. Айн Эйлин. Знающий. Где Цири? Спрятана. Остров Туманов. Но там... Там небезопасно. Охота. Чего охота хочет от Цири? Крови. Старшей крови. Чтобы открыть врата. Нельзя. Этого нельзя допустить. Остров Туманов, где это? Повсюду. И нигде. Слушай, знающий, мы снимали заклятие не для того, чтобы в загадки с тобой играть. Брейвейн, Арвейн, Кирейн. На Скеллиге. Плыви за ним. Во мглу торопись. Быстрей. Я... Пытался защитить ее, но проклятие, охота еще не нашла остров. Пока это вопрос времени, но если она уйдет, они найдут ее сразу. Хватит, Геральт. Смерть еще не отпустила его. Он придет в себя? Не знаю. Ты сам видел. Не все прошло так, как мы планировали. Я сняла заклятие, но... Испытание уничтожило его организм. Судорожное движение пальцев. Зрачки не реагируют на свет. Я видел это уже много раз. Слишком много.
Токсины необратимо повредили его нервную систему. И даже если он выживет, вы понимаете. Я еду за Цири. Постой. Тебе не кажется, что ты должен нам кое-что рассказать? Откуда ты знаешь этого Авалакха? Какое он имеет отношение к Цири? Йеннифер вам все объяснит. Главное, приглядывайте за ним. Он не друг. Может и нет, но Цири ему доверяла. И отмахиваться от его слов не стоит. Ты слышал, что он сказал? Заберешь Цири с острова Туманов, и охота тут же возьмет ее след. И что тогда? Не знаю. Посмотрим. Геральт, я понимаю, что ты торопишься ее забрать. Но ты, мы, не должны действовать вслепую. Ты что-то задумал? Ну давай, выкладывай. Пора добыче стать охотником. Геральт найдет Цири и приведет сюда ее и охоту. Они понадеются застать нас врасплох и будут очень разочарованы. Мы собираемся с ними сражаться? Мы, пятеро? В этой развалюхе? А у нас есть выбор? Кроме того, зачем откладывать неизбежное? Красавчик мог бы найти еще пару бойцов, которые умеют мечом махать. Или владеют магией. Хорошо, я заберу Цири и найду союзников. Отправлю всех сюда. Есть пара особ, с которых можно стрясти долги. Какие-нибудь приятные девицы? Ага, они самые. А вы что собираетесь делать? Мне придется заботиться об Авалакхе. Он умрет без постоянной магической поддержки. Если я помогу ему, шансы есть. Немного, но все-таки. Мальчики и я подумаем, как встретить наших незваных гостей. Добро. Пора в дорогу. Удачи тебе, волк. И передавай привет ласточке. Возвращайся быстрее, Геральт.